Unicor Holding, компания, которая сотрудничает с Канадой. Головной офис находится в городе Нур-Султан. Сегодня она выпускает свою продукцию в России, Китае и Индии. Предприятие планирует реализовать 3 проекта в нашем регионе. Производство кормов, мяса птицы и свинины. В первые годы он может производить 12 тысяч тонн птицы и свинины, а через 4-5 лет 50 тысяч тонн в год. Для реализации проекта у нас есть как бы собственный капитал, порядка 16 миллиардов, и мы планируем в первый этап строительства на каждый из проектов привлечь по 5 миллиардов тенге. У нас есть как бы такие стратегические партнеры, как Байтерек и Самрук Казана. Мы провели тесные переговоры со всеми. Строительство комплекса требует значительных затрат. Инвесторы заверяют, что они окупятся через 4-5 лет. Инвесторы выбрали участок земли на территории Зиндинского района, расположенного в 15 километрах от города. Их интересует климат и территория земли. Однако в комплексе не так легко задействовать воду и электроэнергию. Птицефабрика запрашивает 2 миллиона кубов. Потребность воды на город Кукштау и Щучинско-Боровскую курортную зону в пределах 4,5 миллиона кубов. Резервная мощность, которая была запланирована, 5 миллионов кубов в год, это у нас предусмотрено для строительства ТЭЦ. То есть, как таковой мощности в групповом водопроводе сейчас у нас этого нету. Мы предлагаем, сейчас мы отрабатываем этот вопрос, поднимем разведку по водоснабжению полностью и участок скорректировать именно с разведкой подземными источниками, Юрий Германович. Руководство компании намерено увеличить объем Ивановского водохранилища в Зеренде на 600 тысяч кубометров. Электричество будет обеспечиваться по 19 километров дорог. Аким области Ермек Маржикпаев поручил создать все условия для строительства эффективного комплекса, в котором будет занято около 700 человек. Проект очень привлекательный, для нас крайне необходимый. Мы прекрасно рабочие места, инвестиции, налоговая база увеличивается, занятость. То есть вкупе для нас, для всех это крайне необходимый проект. И вот поэтому, во-первых, большое спасибо, что приехали. Да, вот, мы готовы к сотрудничеству. Вот, берем за руки вас и будем сейчас вместе с вами заниматься этим вопросом, этим проектом. Если инвестиционный проект успешно реализуется, в таком случае производственная мощность обещает быть крупнейшей в регионе после Макинской птицефабрики. Нурсултан Ибраев, Айгерим Сулейменова, Ердигуль Датбас, Ермек Махметов, Алмаз Адвокасов, Кощей Ахпарат.